лучшие жители города славного. Забудьте обо всех делах. Оставьте дома смартфоны. Выключите телевизоры, компьютеры. Заприте двери на замок. И отправляйтесь во дворец культуры. 2 декабря во дворце вас ждут на 7-м открытом фестивале-конкурсе традиционного музыкального творчества. Звонкие струны России. А чтобы вы не заблудали или просто не забыли, сообщаем вам детали. С часу дня вы к нам придете, ярмарку мастеровую найдете, горницу чайную посетите, фольклорные песни услышать захотите, в игры поиграть, позабавиться, на аквагрим отправиться. А с 15 часов ждет концерт вас в большом зале. Кажись, все мы вам сказали. Ждем всех в гости, приглашаем. Яркий праздник обещаем. Будет очень интересно. Проведем его чудесно.